Добрый день, друзья! Как вы можете наблюдать, мои предположения оказались, в принципе, правдивыми. У меня появились куколки уже на следующий день. Правда, не там, где я ожидала, но все-таки. Видите, тут такое лежбище из гусениц. Тут лежбище гусениц. Вот, и здесь тоже есть несколько. Сейчас открою и покажу вам подробнее. Ну вот. Надо было пораньше открывать. Видите? Ну, она уже все. Она уже почти до конца сбросила шкурку свою. Сейчас постараюсь еще приблизить. Все, она крутит хвостиком. И на этом все. Окуклилась. Это второй раз, когда я вижу, как окукливается гусеница. Ну, за сегодня. Вернее. Вот. Здесь вот так. Куча пожирателей крапивы. Они уже стали агрессивными довольно-таки, я бы сказала. Но я у них всегда такое поведение замечаю, когда они собираются окукливаться. Кто хотел смотаться? Один на сматывание. Так, здесь вот видите тоже, да, куколки. Так, как бы мне сейчас аккуратненько так сделать, чтобы не повредить ни куколок, и вам, чтобы было видно. Так, вон там, вон, видите, как много тоже. Такое чувство, что кого-то они все-таки повредили. Друг дружке гусеницы мешают. Их, наверное, надо было все-таки какие-то отдельные большие контейнеры посадить. Чтобы они куколки не ломали, так сказать. Те, которые хотят окукливаться, гусеницы бегающие. Сумасшедшие. Хочу еще сейчас поубирать снизу куколок, которые упали. Пока их не раздавили. Другие гусеницы не задавили. Вот. Некоторых уже убрала. Сейчас вам покажу. Эй. Вот так вот они выглядят. Сейчас остальных пособираю с пола. Здесь они уже удирают. Вот хотела вам показать, как я их перемещаю. Я аккуратно подкладываю под них листик. И на листике их уже поднимаю. Ладно. Переходим к спасению. Вот видите, окукливаются гусеницы сейчас. Удалось застать. Даже на камеру. Лучше было развернуть как-то. Ну, хотя бы так можно понаблюдать. Почти закончилось окукливание. Оп, сейчас постараюсь аккуратно убрать тех, кто набежал. Пока они не повредили куколку. Кукушка. Вот еще одна уже успевает окукливаться.
Сейчас она доокукливается, а я вам покажу там целую гусеничную тропу. Все видно уже. Куколку. Я вам показываю обещанную гусеничную тропу. Вот она. Смотрите, просто как тут. Жух. И убегают. Ну, одна мне уже по ноге ползает. Так, ну-ка. Давай. Обратно. И вон с той стороны тоже гусеничная тропа. Прямо по куколкам. Я, наверное, поменяю марлю, просто поверну на 90 градусов, чтобы они перестали там бегать по куколкам. Чем бы я еще хотела поделиться, это тем, что я сделала такие, как бы, домики для окукливания. Вот. Взяла контейнер, крапиву, которую они сгрызли. Вот. Сделала, так сказать, паутинку из крапивы на контейнер. И те гусеницы, которые на боковые стенки к контейнеру прикрепились, чтобы окукливаться, я аккуратно там сняла паутинку. Кстати, да, очень удобно у павлиньего глаза. Очень много паутинки, и поэтому я спокойно ее сняла вместе с гусеницами, вот так вот их прикрепила. Здесь им никто не помешает, будут здоровые куколки. Вот, а также сделала вот таких вот домик маленький спасенных куколок. Очень надеюсь, что с ними все будет нормально, потому что некоторых неплохо так покоцали другие гусеницы. И сейчас покажу, где у меня еще один домик для окукливания, так сказать. Вот еще один домик для окукливания. Тоже здесь подвесила и куколок, которых смогла снять, и самих гусениц. И этих посадила обратно. Видите, много куколок я просто не смогла снять, потому что они на марле. В принципе, это очень удобно потом будет, когда бабочки появятся. С другой стороны, это очень неудобно, когда ползает клочок гусениц по ним и повреждает их. Вот. На этом, наверное, мы будем заканчивать данное видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего дня, всем пока!